Фагот вообще в 26 лет умер. Ну, Фагот не умер, он утонул. Это называется погиб. Погиб. Когда вы вспоминали Фагота? С кем? Есть с кем вспоминать Фагота? Со всеми, товарищи. У нас же группа есть. А фотки-то его состоит. Остались хотя бы? Ну, конечно, в группе ВКонтакте есть. Да покажешь. Я вот все думал, мне показалось, что он на Криса Айзека из Твин Пикса похож. То есть, когда я Твин Пикс вот потом посмотрел, мне показалось, что вылитый Фагот. Это был его стиль, американский стиль 50-х. Так он прям этого стиля придерживался? Ну, в таком плаще он ходил, я помню. Но в плаще не только он ходил. И слегка рок презирал. Я посмотрю, кто тут идет. Да спрячь ты эту, пойдем. Слегка, так, рок.